Ахилл оплакивает убитого Патрокла. В Илиаде Патроклом руководилось переживание. Он стал Ахиллом на поле боя. Умер за него в его доспехах. Да. Сокрытие и разоблачение личности — неотъемлемая черта греческих эпосов, как и дружба, проверенная боем. Ахилл пожелал смерти всем грекам, чтобы они с Патроклом завоевали Трою вдвоем. Их остановили только боги. Так не может продолжаться.